с вами находимся на таком комплексе, который называется Аяскала. Это комплекс сооружений, датированный 4-3 веками до нашей эры. Эти строения располагались, как это раньше было принято, вдоль течения Амударьи, когда Амударья текла вот с правой стороны от нынешнего русла, вот современного. Посмотрите, вот, значит, что было обусловлено тем, что сооружение поставили здесь? Во-первых, это возвышенность каменистая. Вот то, что мы видим слева от нас, вот это верхнее сооружение, оно, к сожалению, не достроено. Вот по одной из версий считается, что было не достроено. У нас здесь есть, имеется только крепостные стены, а внутри, значит, все пусто. И бытует еще такая версия. Ну, это трудно сказать, конечно, что вполне вероятно, когда были набеги, то есть всю округу, детей, стариков, женщин и так далее, то есть собирали вот в этом верхней части. Здесь была очень большая заселенная округа, тут была найдена винодавильня, если была винодавильня, соответственно, текла река, здесь были очень хорошие оазисы, то есть были поля возделанные, были виноградники и так далее. Считается, но я тоже так считаю, что вот Аяскалинский ансамбль, вот, вы сами видите, да, он считается одним из самых красивых вообще, да, вот на территории Великолинского района, вот из большого количества этих крепостей и сооружений, то есть, он просто визуально может посмотреть, действительно, вот формы очень такие оригинальные, красивые. И это мнение только мое, это вот ряд специалистов, довольно крупных, известных, считают, что, в общем-то, Аяскала – это одно из самых красивых сооружений древнего Хорезма.